этом видео я хочу дать ответ некоторым нашим людям, размещающим на ютубе и на форумах сообщения об турецких аптеках. А именно, советы, в какой аптеке лекарства дешевле, в какой дороже, где лучше брать, где хуже. Прежде всего, в Турции лекарства стоят одинаково во всех аптеках. Хоть в Стамбуле, хоть в Алании, хоть в Анталии, хоть в самой передовой аптеке, хоть в самой маленькой, самой сельской. Поэтому вы не найдете аптеку с разными ценами на лекарства, как бы вы ни читали форумы. Это первое. Второе. В аптеках помимо лекарств продаются сопутствующие товары. Вот на них цены свободные. Они могут продаваться по любой цене. И там действительно вы найдете разные дешевые и дорогие цены в разных аптеках. Лекарства продаются по утвержденным ценам. Ниже в описании я укажу сайт, на который можете зайти, набрать название лекарств. И вам там выпадет стоимость, которая одинакова по всей Турции. В Турции существуют так же, как во всем мире, медицинские стандарты, поэтому упаковка лекарств, расфасовка таблеток и других препаратов применяется в соответствии с этими медицинскими стандартами. То есть в упаковке будет лекарств именно столько, сколько нужно на один курс лечения. И если нужно для лечения 52 таблетки, то будет 52, а не 100, как у нас. Для того, чтобы у пациента не возникло желания допить лекарства, которые выписал врач. Поэтому в турецких лекарствах, в турецких упаковках может быть и 12 таблеток, и 28, и 65, в зависимости от того, сколько выписал ваш доктор. И что касается выписки лекарств. В Турции два вида рецептов. Первый классический, это обычная бумага, бланк, на котором ручкой от руки доктор пишет название лекарства. Это лекарства, которые отпускаются, в принципе, без рецепта. Его название можно написать просто на обычной бумаге. Эти рецепты не отбираются, они вам возвращают, они не являются медицинской документацией на сегодняшний день. А медицинская документация в Турции является рецепт, который заведен в электронную систему выписки рецептов. К этой системе подключены все клиники, все медицинские учреждения Турции и все аптеки. Доктор в больнице выписывает этот рецепт. Не обязательно его давать вам на руки, можно дать просто номер этого рецепта. В аптеке по номеру или по штрих-коду рецепта, если вы принесли такие распечатанные, находят ваши лекарства, в базу данных заведена уже информация о враче, о вас, о вашем адресе, обо всех ваших данных. И может быть, если у вас есть страховка, там будет указано, по какой цене, с какой скидкой вам нужно это лекарство отпустить. Частично за него платит страховая компания, частично платите вы. Если лекарство относится к психотропным, к наркотическим препаратам, то в этом случае выписывается рецепт, и аптека, куда вы обратитесь, будет заказывать это лекарство на специальном складе. В аптеках в Турции психотропных и наркотических лекарств нет. Их нужно отдельно заказывать. В этом случае аптека заведет на вас целый файл, укажет ваш адрес, фамилию, паспортные данные, телефон и так далее. То есть учет этих препаратов в Турции ведется очень-очень серьезно. Это все в этом видео. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.